72 добровольца получат дозу вакцины от лихорадки Эбола. Ученые из Оксфордского университета начали первые испытания нового препарата на людях. Вакцина содержит гены белка самого вируса. Предыдущие тесты на обезьянах оказались довольно успешными. Теперь ученые проверяют, не повредит ли препарат человеку. По данным Всемирной организации здравоохранения, число погибших от лихорадки Эбола в странах Западной Африки уже превысило 8 тысяч человек.